Короче так, господа, спасибо за 5 долларов, 5 евро, да? Я хотел сказать долларов, да? Спасибо за 5 евро, кто их прислал. В общем, я иду, вернее, даже бегу в банк имени Германа Грефа, да, забирать свои деньги, пока их не списали оплату за мобильный банк, иначе мне вообще ничего не останется, да. Я 400 рублей тут только вывел, да. Из 550 я вывел 400 рублей. Сейчас буду получать свой первый донат, да, вот этот вот. Первый донат, бегу. Бегу, спешу, да. Потому что где-то за час мобильный банк, он спишется, да. И мне вообще только 300 рублей тогда оставят, да. Потому что они там офигели, да. Я думал, зря ругают этого товарища, да, Германа Грефа. Но на самом деле-то оказывается, что и не зря. Он что-то много хочет, да. Постоянно при любых действиях он бабло-то отполовинивает. И мне это нифига не нравится. Ладно, вот осталось недалеко. А банковскую карту? Сейчас смотрите карту. Господа. Я уже забыл, как что тут как. Потом великолепный пин. Он великолепен. Ознакомьтесь с информацией комиссии и выберите дальнейшие действия. Подождите, операция выполняется. Заберите карту. Заберите деньги. И мы получили первый донат. И вот, господа, короче, без всяких шуток. 400 рублей. Богачом буду, да? На донаты, да. В общем, респект еще раз, да? Я получил там что-то. Еще чуть-чуть оставил на алерте, да? Чтобы не сожрали, да? Я просчитал заранее. Твари поганые сбербанковские жирают шибко много. Так что я вывел только 440. Из которых дошло 410, да, и десятки, пусть я покормлю десяткой Германа Грефа. Пусть он не это самое, не лопнет даже с этих денег. Вот. Пусть он не лопнет, пусть даже пожует, не жалко ему. Но банк, конечно, надо менять. Определенно, я вам скажу, Сбербанк уже это все. Это уже не вариант. Для меня Сбербанк. Я в Сбербанке обслуживаться не буду. Я лучше буду собирать алюминиевые банки вот эти вот, чем буду обслуживаться в Сбербанке, чем они будут меня грабить постоянно, да? Как дурака, да, полнейшего, да? С этим мобильным банком своим. За 90 рублей, за что? За то, что телефон подключен к нему, да? Сбербанк включен мобильный банк, и за это грабит народ. 90 рублей в месяц ни за что, да? А в карте МИР еще обслуживание карты, то есть 700 рублей в год есть. Вы представляете? Поэтому я карту МИР вообще не буду получать. Я думал, на карте МИР бесплатное обслуживание, так уж и быть. И я тогда смогу это самое покупать всякую хрень без оплаты, да? Но нет, 700 рублей, да, а под следующий год 400. И это шибко дофига, если ты не работаешь, это невозможно терпеть, по сути-то, свои. Вот, так что я скажу. Сбербанку я скажу прощай, да. Моя бесплатная карта действует до 2020 года, до сентября 2020 года. И в сентябре 2020 мы с ним, со Сбером, попрощаемся окончательно. Вот. На что пойдут эти деньги, я уже знаю. Короче, на это надо улучшить видео. У меня нет нормальной лампы, поэтому я пойду. И еще у меня есть 2 часа, чтобы купить нормальную лампу. Или отсрочить это на потом.
как правило, да? Не знаю, погляжу, что тут есть в местных магазинах. И потом, господа, вам расскажу, да? Донаты зря не пропадут. По ним будет отчет. Грандиозный отчет, да? Без всяких шуток. В общем, ждите. Видео будет. Донаты не зря не пропадут, да? Я куплю, наверное, лампу какую-то такую. Крутую распальцованную. Может, и обычную. Ну, в общем, лампу на окно свое поставлю или на стол себе сделаю место. Потому что освещения в ночных видео у меня просто нет. Уже прямо сейчас можно сказать, что донатеры создали мне счастливый день. Такого счастливого дня у меня не было, по-моему, с 2009 года, да? В таком настроении, в отличном, я не был. Вот. Вот смотрите, какая пятиэтажка, да? Обзор может делать на пятиэтажку. Но подъезды закрыты, блин. И ветер дует, как собака. В общем, вот. Отличное настроение. Отличное все, в общем. И это отлично, да. Вот. Снег тает. Что-то потепление, кстати. Оно тоже в тему. Мне не холодно подходить. Я нигде не скользил, ничего, да, пока шел. Ладно, в общем. Разберемся. На донаты будет куплена лампа, и она будет офигенная. Только я еще не решил, какая. Я две уже насмотрел. Она светодиодная такая, да, на аккумуляторах, да. То есть ее можно отключить, и на аккумуляторах она будет работать. А вторая это такая крутая, короче. Но без аккумуляторов, да. Просто на обычной такой треноге. Зато на длинной, кстати. Я еще пока не решил. Что именно мне делать? Какую из них, господа, брать из этих ламп? Но одна из них будет сита обязательно.